Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды Первого банка мониторинга fairmonitor.com. И в этом видео речь пойдет об одном из новичков раздела «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора, который был добавлен туда буквально на днях. Проект под названием Bit Elysium, со слов его администрации, является легально действующей компанией, которая ведет свою работу на рынке криптовалют. Руководство проекта утверждает, что их сыгранная команда показывает довольно неплохие результаты, и это позволяет фонду обеспечивать прибылью всех своих инвесторов. Что до сайта Bit Elysium, то можем сказать, что он выполнен на твердую четверочку. Немного подводит простенький переводчик, а так, в принципе, здесь полный порядок. Дополнительно отметим, что интернет-портал проекта обладает авторским дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Комода. Маркетинг Bit Elysium имеет единый тарифный план с почасовым начислением прибыли и бессрочным типом работы вклада. Любой инвестор, который внесет в проект от 2000 биткоин или эквивалент этой суммы в другой валюте на пожизненной основе, будет получать по 0,2% прибыли каждые 60 минут, что усредненно равно 4,8% начислений в сутки. Приятно радует и обилие платежных систем в Bit Elysium. Кроме традиционных Perfect Money, Pair, Bitcoin и Advanced Cash, в проекте имеются такие агрегаторы, как Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, а также Dashcoin. По информации, что имеется на сайте проекта, все выплаты производятся моментально, что, как мы не раз говорили, большой плюс. Партнерская программа Bit Elysium представлена одним уровнем в глубину с доходностью в размере 7% от депозита ваших рефералов. Дополнительно есть возможность стать представителем проекта и увеличить этот показатель до 12%. Подробнее об условиях присвоения этого статуса спрашивайте у технической поддержки. Кстати говоря, служба Support Bit Elysium доступна через систему тикетов по электронной почте и через каналы чат-проекта в Telegram. Что же, двигаемся дальше, и на очереди у нас личный кабинет инвестора. Он имеет довольно простой функционал, так что долго разбираться вам с ним не придется. На главной странице кабинета представлена основная статистика вашего аккаунта, а в боковом меню можно заказать выплату, создать депозит, посмотреть список своих вкладов, ознакомиться с финансовой историей, получить доступ к реферальному меню и установить настройки учетной записи. Ну а на этом у нас все для вас. До новых встреч, дорогие друзья!